Рассмотрим технику выполнения упражнения «Челночный бег 3x10». Займите положение высокого старта, не наступая на стартовую линию. По команде «Марш» бегите до финишной черты. Коснитесь ее рукой, развернитесь и возвращайтесь к линии старта, не забыв про касание. Для наибольшей результативности стоит увеличивать частоту шагов во время прохождения дистанции и быстро разворачиваться. Секундомер будет остановлен в момент пересечения финишной черты.